Друзья, здравствуйте. Сниму видео, наверное, не просто про цветение. Погуляем по теплице. Что интересного растет, что да как. Чем я занимаюсь в свободное время. Вот тут сейчас так же, как и цветет белое облачко. Как я и показывала в прошлом видео. Все нацветет и будет оно цвести где-то месяц, скорее всего. Потому что температура сейчас невысокая. И чем ниже температура, тем они дольше цветут. Ну, так, конечно, не до критической. Здесь у меня расцвела трихопилия. 2 года она не цвела. Это трихопилия суавис на маргинату. Вот в одном цветоносе она несет 2 цветочка. Вот, небольшая. Всего 5 бульбочек. Также у меня из других цветоносов можно даже видеть, что цветоносов очень много у этой целогины. Это специоза альбовая. Вот камера передает цвет очень верно. А вот на фотоаппарате очень сложно передать ее цвет. Ну что у меня тут еще? Доцветает Йонг-Конг. Такой цвет красивый приобретает персиковый. Здесь расцветает булимианум на мияке, дендровиум. Вот можно даже видеть вот само растение, и вот как бананчики висят. Кто-то пришел и говорит, у тебя бананчики расцветают. Чего-то не хочет фокусироваться. Странно. Ладно. Вот такие вот малышки. Маленький цветочек. А вот он. Приближаю. Милашка. Красивенький. Так, дальше. Дальше я тут уже вот это белое, которое цветет анцепс альбовая. Я ее делю. Потому что уже был очень большой. Дальше я пересаживать больше не буду. Да и смысл. Вот. Что уже от куста осталось. Вот эту большую часть я отделила. Сейчас я покажу ее деленки. Эту часть я пока не делю. Еще цветы не доцвели. Отцветающую часть я разделила. Оставила часть корней. Не сильно дербанила. А вот эта часть на столе, которую я поделила. Процесс деления я начинаю с того времени, когда можно увидеть, что вот здесь вот пошли новые корни. Если идут новые корни, тогда можно делить. Если корней нет, то желательно пока не делить. Поэтому деленка приживется буквально за месяц. Часть корней, кусочки я оставила живых. То же самое здесь. Можно видеть живые. Вот такая вот деленка с цвевшей. Это уже я пообещала ее девочке. И тоже можно видеть, вот они, корешочки зеленые. И вот оно, само растение. Также все цветет этот гибрид красивый. Очень милый цветок. А, на видео я не снимала вот пурпурату над Авианом. И, наверное, надо ее снять. Потому как цветок просто потрясающий. Вот прям мое-мое. Очень люблю яркие цветы. Вот у каждого, наверное, свой вкус. Поэтому говорить, что плохо, что кто-то не любит, не понимает или еще чего-нибудь. Я считаю, что каждому нравится свое. Вот. А, да, не сняла на видео черную морковь. Дак Дейзи. Черная Дейзи. Вот очень тяжело, кстати, вот такие цветы темные. Вот он реально черного цвета. Даже не бордового. Снимать, фотографировать нужен только белый фон. Иначе просто вот как черное пятнышко. Даже на видео видно. Чернушка. Вот если я поставлю руку, то вот такое вот цветение. Конечно, впечатляет, чтобы оно стояло. Как видите, целая конструкция. Дальше что там у нас? О, фаленопсис это уже. С
снимать не буду. Это мое корыце со всякими нежностями. Это бульбофилум прижился. Он не только бульбофилум. Здесь еще кусочек, по-моему, хороэля. Вот это вот маленькое что-то на фаленопсис похоже. Рядом бульбофилум, две бульбочки. Там еще что-то, трихоцентра, вот это два листочка. А сам бульбаш, вот он. Рефтикулатом, ну что-то из этой серии. В общем, красивое. Это у меня бульбаш цвел лоби. Вот, вот это вот у него бактериалочка на старом листике. Ну и всякая-всякая нежность, которую надо выхаживать. Ах да, есть у меня еще такая вот горшок. Сейчас я его спущу, у меня висит всегда наверху. И покажу, что я с ним делаю. Вот это у меня горшочек для всякой всячины, которую нужно выхаживать. Я сюда сую, ложу, все что угодно. Это корыце, здесь постоянно влажный мох. И вот так вот этот вот основной здесь растет хизис. Он у меня скинул корни, начал подгнивать. Ну, перелила, сама виновата. И я его положила на этот мох, и вот вырастил вот он ростик, корешки. Заглубил в этот субстрат. Вот еще бульба выросла. Еще бульба. Вот он как бы посреди бульб пускал росты и укоренял. Также я здесь всунула, вот можно видеть, даже вырастила бульбочку. Ай. Угу. Да, не только ростикой, вырастила бульбочку. Это эрия, но не скажу, какая точно. Надо бирку искать. Здесь их несколько, этих эрий. Вот она, вторая эрия такая же. Тоже можно видеть, даже вытащить не могу, корни приросли. Что тут у меня в детском садике творится еще? Это дендробиум, детка дендробиума положена на мох. И вот можно видеть, как активно растут корешочки. Это, по-моему, даунмэри, детка. Кейк, как их называют, детки, которые вырастают. Вот здесь вот еще такая тоже штучка. Тоже нигде не росла, вот в этом месте хорошо пошла. Дендробиумы. Я сюда могу запихнуть какую-нибудь бульбочку от котлеи. Ну, если мне надо ее прорастить, хотя бы как-то выходить. Тут, правда, еще трава прорастает. Я ее, конечно, вытираю. Ну, вот такой у меня детский садик для больных. Больничка моя. Дальше что? Ну, пойдем погуляем. Расцвели тут еще котлеи, красавицы. Это вот эти с Таиланда котлеи были. Вот одна. Вот такая вот милашка. Вот цветочек, ну, средний, не крупный, но вот эти полосочки меня впечатляют. И чем она больше, дольше будет цвести, тем полосочки будут становиться более выраженные. Вот у меня здесь распустился дендробиум австралийский артист, но это все-таки не артист. Покупался где он? В СВО, в Америке. Был оттуда заказ. Пахнет он очень замечательно. Ландышами или подснежниками. Но это не он. Цветы должны быть красноватые. Здесь все-таки просто желтые. С красивой губой. Хороша Маша, но не Маша. Вот так вот. Что еще тут? Цветет этот сетана. Дальше по теплице мы погуляем, но в основном весь цветущий стол я ставлю в одно место, чтобы как бы даже самой любоваться. Котлеи все замечательно растут. Ах да, вон еще собралась цвести. Вот здесь, конечно, потрясающий цветок. Там идет цветок с прожилками, полностью белая губа, белый цветок, сиреневая немножко губа и полностью весь как в венозных прожилках. Вот очень, когда вот покупала, ну, цветок, понятно, что с Таиланда пришел помятый. И вот хочется вот увидеть вот такое вот цветение настоящее, невыстраданное.
Дальше, да, это механическое повреждение, пока ехали. Здесь у меня растение с передержки, растение девочек. Что тут? Котлейка, ростик выросла. Потом это мосси альбовая. А, нет, это багнери. Ну, альбовая все равно. Здесь гутаты. Нет, тигрины. Простите. Целогинка там растет. Что здесь еще? Котлейки разные. Это, по-моему, да, Максима цирулейная. И очень хорошо выросла. Пришла в два раза меньше. И получается, что даже старые туберы, они растут. Даже вот с новым ростом они все равно выросли. Здесь другие котлейки. Здесь столомни. Их немного осталось. Но знаете, что бы я сказала? Даже самые страшные, они такие живучие. Просто поражает. Красненькая, загоревшая. Что тут? Вот. Была, кстати, такая, ну никакая, грубо говоря. Намного красивее распускается, чем на фотографии. И вот, вот вырастает вот в такую лошадочку и будет цвести. Они тоже бывают зелененькие, когда, если они зелененькие, то цветы будут светловатые. Если вот в краб, если у меня тут одна осталась, и смотрите, что она страшная, она уже красивая. То, что было, было вообще вот, вот то. Вот это уже выросло. Это я вам сейчас покажу, что это такое. Это вот она. Красавица. Рубидот. И вот даже можно видеть, что листики у нее как в крапушку все. В крапинку. Вот. Теперь видно. Так, дальше пойдем. Это красноватая будет, темненькая. А вот даже можно видеть, что ярко-ярко-розовая будет. Так, все цветет энциклия. Кустик красивый. Все цветет и цветет. Уже сколько она... Она приехала цветущая. И цветет уже, блин, месяц, наверное. И еще гонит целую кучу цветоносов. Так, это у меня кто? Вот сегодня как не подпишу бирку, я знаю, кто это. Это блюиндиго. Надо взять и подписать. Здесь горшок пустой. Здесь шамбурки. Да, я вот так ее беру. Я жду, когда она активизирует корни, вот тогда я ее посажу. Корней много. Получается, вот улитки обожрали все корни, все кончики корней. И вот она как бы дальше их не хочет растить. Хотя вон тут тоже цветонос собрался. Собралась цвести. Но чуть активизируется, и я ее как бы посажу на корону крупную. И подвешу. Здесь вот, как всегда, вот болезненное очень растение. Невероятно. Это маскомби варигатная. Вот после обработки она скидывает лист. И она очень плохо реагирует на смену температуры. Чуть похолодание она вот сразу берется пятнами. Очень нежная. Здесь у меня кто это? А, конхамиана цирулейная. Не цвела. Ну, хорошо растет. Такая разляпистая дама. Поэтому приходится подвязывать. Да, надо, кстати, столы поубирать. Ладно, займусь этим завтра, потому что постоянно какой-то мусор. Это у меня специозум. Все ждала, что он зацветет, а нет. Он гонит новый рост. Нехороший человек. Здесь это грамматофилум. И грамматофилум этот называется Валиси. Бактериалка, конечно, никуда не уйдет. Я ее обрабатывала. Ну, дальше не растет. Ну, как-то будем растить. Будем постоянно обрабатывать. Что тут у меня? Тут растут эти блетилки. Но ни разу не цвели. Наверное, все-таки темно, надо вынести их будет на улицу летом. Мой бульбашек, который я вот показывала, когда радость получила, растет. Красавец. И у него даже появился в одном месте ростик. Сейчас покажу сзади. Вот он. Вылез сквозь все. Скорее всего, это все-таки рост, это не цветонос.
Вот они, ростики повырастали уже эти, большие, красивые. И тут еще ростик собрался. Да-да-да-да-да, он. Так, повесим на место. Тут у меня зеленый уголок, как в детском садике. Цветет бульбашек на лабиум. Конечно, в дальнем углу теплицы из-за своего шикарного запаха. Вот сейчас я приближу. Да, вот он. Листик надо обрезать. Не нравится. Котлейки, котлейки. Моя любовь. На столах мало. Я в основном все уже крупные начинаю вешать наверх. Если тут, конечно, начинаешь снимать, сверху это огромные большие растения. Я их снимаю только тогда, когда они цветут, а так они растут наверху. Да, здесь я вот на одном растении отсекала ризому. Попробовала я. Вот она, котлея. Вот где она отсекла ризому. Можно видеть, красным смазано. И дала она ростик с одной стороны. И там с той стороны новый. Там пока еще вот он растет. Да, вот это черное я уже как-то рассказывала. Это только вот внешне на бульбах. То есть даже на срезе, когда срезаешь, внутри не черное, внутри зеленое все. То у меня две их такие. Они вот так и пришли, такие же. Мои чистые растут, а вот эти так и остаются. Но ни болячка, ничего. Дальше, дальше, дальше. Котлейки, котлейки, котлейки. Здесь типа фаленопсиса. Вот два цвета носика. Такие милые. Вот очень такая красивая. А мне чем-то походило на это ванданопсис. А цветочки похожи на дорейтенопсис, только желтые с красной яркой губкой. Пальмочка, еще котлейки. Морковки. Посбрасывали уже листья. И начинают просыпаться. Да, они уже поедут к новым хозяевам. Так, здесь еще не проснулась. Скинула листья, хоть поменьше стало. Кто-то скидывает, кто-то еще не скинул. А вот еще тут ростик проснулся. Да, вот такой вот. Я их сейчас практически не поливаю, особенно те, которые не дали еще росты. Поэтому пусть стоят. Сходим на тот стол, посмотрим, как поживают фласточники. Я, кстати, пересадила их буквально пару дней назад. Пересадила я их в горшки побольше, 8 сантиметров. Это у нас гибрид. Ну, Давиана, Эриколор и Рекс. Вот такие вот уже. Уже пересадила в чистую кору. Здесь у нас Давианы. Кстати, очень хорошо растут. Очень. Особенно вот в маленьком размере, как вот все и говорят. Здесь у меня мои гибриды на Давианы очень подросли. Очень сильно. Надеюсь, даже может кто-то в этом году и зацветет. Особенно вот это вот Кенистиана. Это Давиана, по-моему, на Людоманиану. Да, все правильно. Давиана моя дала ростик. Хорошенький такой. Дендробиум котлейного типа. Почему называют его котлейного типа? Потому что они имеют очень крупные цветки. И такие очень рюшистые. Вот такой рюшистый, красивый, крупный цветок. Вот весь расцветет, поставлю его на стол. Это дендробиум Леди Пинк на Кинг Драгон с култаны. Цветет у меня азалия. Вот такая красивая. Это арубдина стоит в большом горшке. Растет. Может, зацветет. Дендробиум Ладигези. Начинаю переселяться уже на эту сторону трубы, потому что растут, растут. Стараюсь все равно убирать их. Моя тоже будет цвести. Это, господи, как она называется? А, пурпурата стриата, точно.
собрался цвести, наверное, цветов 100 будет. Дендробиум пиерарди на стене висит. Вот его цветоносы, целая куча. Потом я вот эти желтенькие листики обрежу, когда все распустится. Останутся почти голые палки и будут цветы на нем. И листья вот он сбрасывает, пока растет цветоносы. Вот та часть уже полностью. Котлейки, котлейки, котлейки. Ну, вот так вот погуляли. Это я морковку рассаживала. Делила ее, потому что ну, уже она корней была целая куча, а субстрата почти ничего. Здесь висит у меня на видном месте пурпурата. Я ее когда-то купила, год назад купила, и не цвела она у девочки. Говорит, ну, может, у тебя зацветет. И в итоге я вчера гуляю, думаю, дай загляну. Все, я заглядываю сюда. Сейчас мы и с вами заглянем. А здесь чехол. И ура, она будет цвести. Что за сорт? Продавалась без бирки. Поэтому, когда расцветет, будем идентифицировать. Вот у нее 3 жирных роста. Раз. И причем он тоже даст чехол. Этот уже дал чехол. И, скорее всего, из этого тоже вылезет чехол. Вот так вот погуляли. Там у меня большая часть висит целогиновых разных. Неомарея, вот она в белом горшке, большая. Кажется, сдалека как будто такая маленькая. Там в конце теплицы он тут стоит. Это собралия, но еще не цвела. Надеюсь, все-таки когда-нибудь. Все мы всегда надеемся, что когда-нибудь она зацветет. Там у меня лекаста белая будет цвести. Красная разрослась сильно. Такие листья по метру. Конечно, страшно, когда они такие огромные. Но когда они вот, формируют бульбу, я даже иногда срезаю листья, потому что уже не нужны, а мне они мешают. Очень много места занимают. Ну, вот такой вот погуляли по теплице. Надеюсь, вам было интересно. Пока-пока!